Вся Россия готовится к празднованию Нового года. В магазинах ажиотаж, а на дорогах пробки. Как справиться с предновогодней суетой и все успеть? В новогоднюю ночь синоптики обещают почти 30-градусные морозы. Погода готовит и другие сюрпризы. Расскажем обо всех. На ТВК продолжается праздничный проект «Новогодняя корзина». На этой неделе мы разыгрываем набор продуктов. Как и всегда, подарки получат самые внимательные и быстрые телезрители, которые угадают, где находится наш корреспондент, и добегут до места включения первыми. Подробнее обо всем на ТВК в прямом эфире в 20:00, а также во всех социальных сетях. И помните, ТВК – это не только ТВ.